Здорово, телезрители! Это первый видеоролик, связанный с руфами и сталками, который начался с автобусного парка. Все прошлые разы до других городов я добирался с помощью поезда. Этот город, Бауска, находится рядом с Литвой. И что меня удивило, население этого города еле-еле превышает 9000. И за пределами этого города есть заброшенная туберкулезная лечебница. До лечебницы это было какое-то поместье. Еще я подумал, что поместье это круто, оно большое, интересное, там можно много где полазить, много чего исследовать, но как бы не так. На самом же видео вы можете видеть кусочки замка, построенного тевтонскими рыцарями в веке так 15-м. Крепость, замок, ну какая разница. Большую часть этого видео мы провели в пути, потому что идти до этого места надо 7 километров. Идя со средней скоростью, можно было бы пройти эти несчастные 7 километров за 1,5 часа. Но мы останавливались на то, чтобы поснимать какие-то ништяки, или поесть яблок, или малины. И в итоге получилось больше, чем 2 часа. Зато я вот, например, снял такое растение, которое я никогда не видел. Когда мы уже почти дошли до этого поместья, к нам подъехала машина, в которой было 3 девушки, и они спросили на латышском языке, не знаем ли мы, где лечебница. И я ответил, что нет, не знаем, все потому, что я думал, что мы идем не в лечебницу, а в поместье. Ну, лечебница, поместье, знак не равно. Они уехали, я был в замешательстве, так как получилось, что я им наврал. Хотел я, значит, подойти к этой корове, чтобы она меня легнула и убила. К, значит, контент. Уже собрался перелазить через ограду, и вот эти 3 девушки на машине вернулись. Сказали, что внутри этой лечебницы кто-то есть, они боятся и уезжают. Постарался им объяснить, что случайно наврал. И они решили нас подвезти, помочь нам. Такие добрые, хорошие. Удивились, что мы из Риги и приехали аж за 60 километров на автобусе. Короче, нас довезли на этой тачке. Ну, мы просто случайных людей нашли. И... Там. Вообще, это был ветер, но мы решили проверить. Красиво.
каждая коробочка — это часть наилучшей в мире ролевой игры. Суть этой игры, что вы должны оставить что-то ценное для себя в этой коробочке. Например, почку. И, короче, 3 минуты попыток развести костер из книжек. Это типа конец, разрешаю не досматривать. We'll be right back.